добрый вечер, друзья. Я хочу сказать, что получили мы уже все наши книжки, все 200 копий. И теперь я могу начать рассылку призов тем, кто присылал видео нам на конкурс. И у меня такое ощущение, что я всех подсобрал сегодня, кто участвовал, и написал им, чтобы они прислали мне информацию о том, куда им слать посылочку, ну, как бы координаты, и почтовый адрес. Второе, мне нужно знать, на кого подписать книжечку, да, если я книжечку пишу, там, я пишу там дорогому Васе Пупкину, значит, вот, а может быть, ее зовут Маша Иванова, понимаете, я не знаю, поэтому так получилось, что, поскольку я не знаю, то я и написал, вот, как бы, скажите мне раз и скажите мне два. И вроде бы я всех там нашел, и один человек хочет просто деньгами, что на самом деле даже удобнее. Вот. Кстати, если кто деньгами хочет, вы скажите мне, мне гораздо удобнее деньгами, там $50 послать гораздо удобнее, чем там посылки всякие. Так вот, одну девушку я не могу найти. Значит, она делала такой рисованный мультик, такую как бы мультипликацию, вот можно так сказать, там с блогерами, которых она любит. Там и я был, и Флорида Ялта, и Наташа Квик, и еще кто-то был, четвертый, по-моему, нас четверо там было. Вот, но, значит, но девушка пользовалась псевдонимом, потому что она живет как бы в зоне, в одной из зон конфликтов, поэтому как бы место не вполне безопасное. И она так псевдонимом таким себя назвала, Наталья Иванова. Мы с ней как-то где-то там переписывались, она мне объясняла, откуда она. Но сейчас уже задним числом не найти. А я бы ей тоже хотел послать, значит, вот эту посылочку. А тот канал, который у нее был, на который она повесила это видео, она, видно, специально канал сделала, чтобы повесить видео, того канала уже нет, она его закрыла. Поэтому Наталья Иванова из зоны горячей, откликнитесь, потому что я тоже вам с удовольствием пошлю книжечку и флажок. Или, как скажете, можно деньгами. В общем, у вас очень трогательный такой вышел мультик, и я буду переживать, если до вас не дойдет наш подарок. Вот, наверное, и все. Вот такое, значит, обращение. Если будут у кого пожелания по части, значит, новых конкурсов, давайте тему, а то мне ничего в голову не приходит. И заодно я узнаю, сколько стоит пересылка нашей книжки. А то, знаете, так как-то мучают, терзают меня смутные сомнения. Так что вот заодно и поглядим. Счастливо!